Вот и прошел еще один счастливый год. Без войны, голода и больших потрясений. Это прежде всего заслуга нашего президента и, конечно, каждого жителя нашей любимой и огромной родины, и любимой и маленькой Ивантеевки. В этом году мы водили наших детей и внуков в детский сад и школы. Мы заботились о своих близких и родных. Мы старались сделать свою работу как можно лучше. Скажем спасибо прошедшему году и пожелаем вам в новом году семейного благополучия, материального достатка, счастья, здоровья, любви и успеха, теплоты и доброты, отличного настроения на весь год, исполнение самого главного заветного желания. Наступающим Новым годом тебя! Я желаю вам мира, тепла и любви в новом году. Пусть в вашей жизни будут простые радости, которые будут дарить вам большое счастье. С новым 2017 годом! Ваш медицинский центр «Мой